Вот-вот закончится учебный год, и счастливая детвора уйдет на летние каникулы. Хорошо, если родители в отпуске или бабушки готовы взять внука в деревню. А если нет? Мы спросили у светлогорцев, где проведут лето их дети. Ну, старшей дочери 14 лет. Она будет сейчас в июне находиться дома. Потом на даче будет находиться в Черковичах и в лагере Марат Козей. Ну, там, кстати, в том году был ребенок. Очень закрыто все было. Не пускали ни с передачами, ни с чем. Никого не было. Ну, как бы все и даже работники не выходили, не покидали лагерь. Младшая дочка в 4 года. Вот июнь ходим в садик. В июле будет у бабушки, и в августе тоже у бабушки на даче в Черковичах. Ему ребенку 21 год, поэтому где она будет проводить лето, это ее, это уже ее выбор. А младшая совсем маленькая, еще 2,5 года. Пока дома, но в детский сад будем ходить в конце лета уже. Дети у меня взрослые, а внуки есть. Внуки, старшая внучка, ей 11 лет, она в первый заезд будет Марата Козея отдыхать, а уже последующие месяцы будет со мной. А меньший сынов внучок, он еще маленький, он с мамой в декретном отпуске. Ну, к вам же будет захаживать? Обязательно. Они приходят практически каждый день ко мне. Вот будем кататься здесь на коляске, гулять по городу. Вот и все. Шестеро внуков. Внуки будут отдыхать в лагере в спортивном. Три спортсмена у меня, а две девочки, даже не знаю. Будем думать это самое, но во всяком случае в лагерь отправят. У меня есть ребенок, ему 15 лет исполнится. Планируем, наверное, в первый месяц в санаторий «Серебряные ключи». Возможно, съездим на море. Ну и у нас поступление в этом году, будем поступать. Ну, а так на даче будет помогать, надеюсь, что будет помогать на даче. Ну, пришлют ко мне, значит, будет здесь, не пришлют, поедет в лагерь. Ну, не знаю, они со мной этот вопрос еще не обсуждали. Дети проведут дома время. Возможно, поедут в деревню к бабушке. А так больше негде. Мать работает, отец работает. Куда мы хотим летом? Куда мы хотим летом? Дома сидеть, ездить на велосипеде, все. У ребенка лето будет очень насыщено. Мы готовимся к сдаче централизованного тестирования, а потом будем поступать в высшее учебное заведение. Поэтому нас ждет очень много сюрпризов и много всего нового. Мы на даче находимся в хуторе. Они у нас в деревне все время. Конечно. Никуда не ездят. А вы мама или бабушка? Бабушка. Все, спасибо.